Семьям Мактаральского района Туркестанской области, пострадавшим от наводнения, помогут наладить бизнес. Некоторые жители уже проходят краткосрочное профессиональное обучение, по итогам которого получат гранты и смогут начать собственное дело. Подробности в сюжете Рауля Габитова. Этой весной Мактаральский район накрыло небывалое наводнение. В зоне затопления оказались более 1000 домов. Больше всех пострадали жители сел Жанатормас, Женес и Досток. Когда угрозу предотвратили, для них построили новый микрорайон. Жители Жуэргебас и Фердауси получили деньги и восстановили свои жилища самостоятельно. В нашем ауле кипит строительство. Практически все заняты ремонтом своих домов. Мое жилье почти готово. Осталось сделать штукатурку. Спасибо тем, кто не оставил нас в беде и протянул руку помощи. Деньги на восстановление домов нам выделяют по частям. Сначала дали половину. Когда потратили, дали еще 25%. Строительство почти завершилось. Осталось совсем немного. Вода смыла гектары хлопковых и бахчевых полей. Сельчане остались без главного источника дохода, поэтому многих волновал вопрос, как же теперь зарабатывать на жизнь. Чтобы у жителей появилось дополнительное хозяйство, в новом микрорайоне у каждого дома будет построен курятник. Семьям выделят по 100 кур и аппараты для изготовления корма. Кроме того, в огородах сельчан наладят систему капельного орошения, благодаря чему они смогут получать 3 урожая в год. В рамках программы «Енбек» около 1000 пострадавших от наводнения жителей проходят краткосрочные профессиональные курсы, по окончанию которых они получат сертификаты и стартовый капитал для своих стартап-проектов. Между тем, строительство нового микрорайона продолжается. В местном акимате обещают, что ключи от домов сельчане получат в октябре. Рауль Габитов, Ербалат Абишев, Хабар 24, Туркестанская область.